Нурло, поздравляем с победой! Действительно, для тебя это был принципиальный поединок. Видно было, какой у тебя настрой. Как хотелось добыть победу для клуба «Ахмат». Действительно это так? Мы готовились с тренерами. Мы знали, что он работает в партере в прошлом бою. Я с ним с их клуба дрался, с Сергеем Маликовым. Видел его бой в интернете. Там. И вот он всегда работает в партере. Мы отрабатывали, чтобы в стойке подраться с ним. Мои тренера, наставники. Сделали этот план на бой. Насколько вот ваша диаспора, которая здесь присутствует уже второй раз на турнире, насколько она тебе помогала? Очень тепло встречаются братья. Они все наши братья, студенты. Вот братья, которые здесь уже давно в Москве. С Ульяновска приехали, Ахмат. Все, спасибо всем большое. Таджикистан, Батеш, Ахмат Сила! Ну и ждем тебя в финале. Иншалла, буду готовиться, буду радовать всех таджиков, болельщиков своих, которые поддерживают. Иншалла. Желаем тебе победы.